гонятся за модой, а мода кончается адом. Думаю, это же Анна Иоанновна карета, я в ней спал. Я такой, нифига себе, думаю, я здесь, по сути, ляд. Вот, а жидомасоны гнобят Россию, думаю, спасать отечество надо, думаю, такой. Ходили, ходили, бродили, нашли какие-то 9 карамелек для наших дембелей. За эти 9 карамелек, думаю, убьют нас вообще просто там, контузят. Я, когда вышел, вынес эти 2 баула, посмотрел, что там все есть, то, что нам надо, о чем мы молились. И я прямо заплакал такой, господи, думаю, ты прям вот реально просто слышишь. Они, старцы, договорились, говорят, и ушли. В 1993 году отец Агафангел привез сюда на несколько месяцев сюда. Вот. Здесь мы как раз нас поместили в домике отца Андроника. Тогда он был радиакон Антоний. Он был родом с Украины. Что он говорил, я вообще не понимал. Молотит, молотит по-украински. Я думаю, что? Что ему говорю? Он опять, слухами не сюды. Опять в конце. Я говорю, что? Он уже так начинает. И вот мы ночевали в его домик, нас расположили отец Филарет, архимандрит. Вот. Расселил нас их тогда, он был эконом, его должность была. Он поприветствовал нас, всех расселил. И жили мы у отца Андроника. Там были 16 как раз вот таких раскладушечек. Мы жили, и он такой был пример для меня, аскет, такой труженик. Вот здесь вот на башне как раз он нес послушание сторожа за монастырскими полями. Читал здесь псалтирь ночью. Вот, и еще убирал весь монастырский сад. И он тоже произвел на меня огромное впечатление, поучения говорил вот, разные. Вот. А особенно говорил, чтобы назидал Слово Божие, Евангелие именно, чтобы читал. Вот. Сейчас люди, говорят, как он еще часто говорил, гонятся за модой, а мода кончается адом. Еще перевод назад, если слова такие он говорил. Вот. И тут была как раз на реставрации карета Анна Иоанновна, которая ныне стоит вот там вот. Вот. Я еще не знал, что это карета, она была без колес, прямо на стене. Я взял книжечку почитать какую-то духовную, присел туда, уснул. Вот. И так стал каждый день ходить туда там. Почитаю, отдохну, закимарю там что-то, потом на службу вечернюю иду. А потом где-то через год приезжаю, смотрю, думаю, что-то знакомая какая-то кибитка. Думаю, это же Анна Иоанновна карета, я в ней спал, читал, отдыхал, думаю. Надо же, думаю. Ну и вот. А потом, когда я в 93-м же году, батюшка уехал уже в Ульяновскую область к себе, в монастырь, восстанавливать Жадовскую пустынь в честь Казанской Божьей Матери, вот я остался здесь. Подвязались мы, как бы вот так, подвязались, это громко, конечно, сказано, трудились на сенокосе, это было весело, дружно, по 20 человек грузили на машину сено, убирали все. Тут были паломники, хоккеисты, один, помню, был такой Саша, он очень сильно увлекался йогой. Но я, до такого уровня дошел, когда мне явились бесы, я, срочно побежал в монастырь. И вот трудились, ели там на природе, читали тоже житие святых, назидания. Как-то потом на дальние монастырские поля уезжали, купались там. Все это происходило на природе. Для меня это как был, как, я не знаю, попал как будто в пионерский лагерь. Только старшие мужички, все паломники. А цель-то одна у всех, спасение души. Вот это очень сильно вдохновляло. Ну, в общем, это было впечатление мое, вот как вот, что такое братство единое. И мне было хорошо, как бы, ну, как бы такое воодушевление. И цель, опять же говорю, одна, спасение души. И все так интересно. Братство такое, действительно, во Христе. Это вот как бы мое такое было вот первое посещение Псково-Печерского монастыря. А потом уже батюшка меня с игумен Агафангел вот, с родины отправлял, говорит, на любые зимние каникулы, поедешь в Печоры? Я говорю, поеду, да денег нет. Ну, говорит, я тебе найду, езжай, езжай. Твое место монахом, говорит, быть. У тебя монашеская душа, говорит, как говорил. Вот. Я с ним ездил по приходам, понамарил с ним. И он сам как бы ну, в монашестве уже был. Вот. Дальше схему уже принял, восстанавливал Жадовский монастырь. И вот меня как бы так настраивал, это мне помогал. Книги он мне очень многие давал читать. И вот, вот такое вот, самое вот как бы такое становление, это, конечно, от книг. Вот. Вот эта брошюрка «Жизнь Иисуса Христа», «Житие Сергия Радонежского». Ну, а далее уже в этой истории христианской «Закон Божий» особенно вот очень помогает. Поэтому незнание веры, просто представление, это, конечно, нужно, конечно, интересоваться книги тоже, конечно, читать. Я книги читал, доставал взахлёб, там писал куда-то. Вот мне какие-то брошюрки «Строить Сергия Лавры» присылали. Вплоть до того, что «Строить Сергия Лавры» какой-то монах мне прислал брошюрку, начиная от крещения Руси,
вот, княгиня Ольга, равноапостольный Владимир, кончая Горбачевскими временами, там про жидомасонов там написано было, там. И я такой сижу, а пас телят по утрам, я такой, нифига себе, думаю, я здесь пасу телят, вот, а жидомасоны гнобят Россию, думаю, спасать отечество надо, думаю, такой, а я тут коров каких-то телят пасу, думаю, вот, оказывается, вон что творится в миру-то, думаю. Отец Нафанаил был, конечно, это такой строгий. Вот, нам казалось, он все видящий, как будто был всезнающий, везде присутствующий. Вот, как один владыка мне говорил, мы его называли бессмертный, отца Нафанаила. Вот. И подойдешь к отцу Нафанаилу, отец Нафанаил благословит тебя, батюшка, там. Он такой снимет скуфейку, папочку такой раз под мышку. Ходите бездельники, работать не хотите, благословение только собираете. Ходят так бездельники, благословение только собирают. Вот, про отца Нафанаила. Потом мне довелось через много уже лет разбирать после кончины его келью под игуменским домом, вот ныне, где владыка живет. И я как раз, когда в келью заходил, хотел включить свет, но там торчали два провода. Вот, но уже эти два провода были, конечно, обесточенные. И вот потом я читаю, когда книгу «Не святые, святые», я в поезде, когда читал уже, я вспоминаю эти два провода, думаю, елки-палки. Тот Гавриил, думаю, был наместник, попался на этот ток, а другой Гавриил уже, будучи иеромонахом, разбирал, попался на этот же, но только там он был уже обесточен. Я еще удивился, думаю, кучать или нет. Вот. Отца Нафанаила были там трудовые кодексы, он как казначей все это знал, все. Вот. Ружьишко там у него в шкафу стояло с патронами там даже тоже. Вот. Вот разбирал я, это, конечно, было шторки такие все, ну, видно, что он там прям как входишь в пещеру прямо. И он бывало, что как-то спит там в коридоре, раз, ты выходишь в коридор, вот, он раз глаз один откроет, ты напрягаешься сразу же такой, отец Нафанаил как будто все знал. Вот, он, и потом как-то приходилось еще, то, что касается отца Нафанаила, конечно, он присутствовал на планерках, тогда был еще наместник Архимед Тихон Секретарев, и помню, одна из планерок была, что наместник подписывает прошение, там, рабочим, зарплату, то-то-то-то, там, братья что-то выдают, то-то-то-то. А отец Нафанаил кивает, 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 там, все понимает. Потом достает свою сумку, раскрывает ее, что отец наместник, все, казна пустая, говорит, нет больше денег. Вот. И наместник такой, такой в шоке, отец Нафанаил прям вытряхивает сумку свою, там падает ручка, какие-то блокноты, записи, вот. И, короче, он в шоке, такие друг от друга. Нафанаил трясет, что денег, говорит, нет, говорит, а Тихон Секретарев такой, говорю, на него смотрит такой, говорит, там, типа, все, денег нет, говорит. Вот. Отец Нафанаил, конечно, такой, как юрод стал. Отца Иоанна, конечно, я слышал, что все называли его, как бы, пасхальный батюшка, этот батюшка, там, от Бога все-все, что батюшка такой вот любвеобильный, и вот, и мы, конечно, видели его на богослужении, я все время так это себе отмечал, что вот батюшка, вот, отец Иоанн Крестьянкин, конечно, как и вот, он такой светился прям, какой-то, как, действительно, как голубь излучает этот луч такой, как от солнышка такое, вот, подходили под благословение, он конфеточки какие-то, какую-нибудь даст конфетку там, вот. А потом уже, конечно, батюшка, отец Иоанн, уже постриг наш как бы благословлял, к нему ходили за благословением, вот, на постриг, на рукоположение. Я бывало даже, ну, приду, как бывало, что ну, плохо прям на душе, что-то так, тягость, как-то на душе такое, худость такая, думаешь, пойду к отцу Иоанну. Прихожу, Татьяна Сергеевна говорит, ну, батюшка, говорит, спит. Вот, спит, говорит, ну ты, говорит, иди, говорит, рядом посиди, говорит. Я захожу в келью, вот, батюшка спит, думаю, вот, ангелочек Божий прямо на кровать. Я рядом сяду, прямо на пол, такой присяду и сижу, вот, думаю, Божий человек. И как-то вот, находясь рядом с батюшкой отцом Иоанном, как-то вот эта вот тягость потом раз постепенно куда-то уходила. Как наш монах-мартирий говорит, вот сегодня как раз день кончины схи архимеда Агапия, вот. И он говорит, я бывало приду, говорит, к нему, говорит, в келью постучусь, а у самого, говорит, буря помыслов, куда-то, говорит, в другой монастырь перейти, еще что-то, говорит, там, вот, другое место найти. Прихожу к нему, говорит, стучусь, захожу, а он, говорит, ну, читает Евангелие в келье. Он повернется, говорит, ну, что тебе, Макарий? А впоследствии уже мартирием стал в монашестве. А у меня, говорит, куда все это делось, говорит,
Да вроде, говорит, и ничего, слава Богу. Ну, на тебе конфетку и ступай, говорит, с Богом. Говорит. Я выхожу, у меня, говорит, вообще радость на душе, все. Вот это вот как-то вот они вот своим молитвенным духом, вот этим, да, Боже, просто присутствием своим, они действительно как бы облагодатствовали, одухотворяли вот это, кто с ним рядом. Как не зря Серафим Саровский говорит, спасайся ты, вокруг тебя будут тысячи спасаться. И вот через них вот эта благодать Божия, она, конечно, переливалась на окружающих. И главное, ты душой чувствуешь, и к ним тянуло. Когда меня уже в армию забрали отсюда же, с монастыря, я пришел после школы сюда, вот. В 97-м году меня забрали в армию, батюшка помазал, благословил, вот. И уже служил под Иркутском уже в ракетных войсках. И там был такой момент, все знают, кто служил, 100 дней до приказа дембельский стол надо накрывать, все достать там, гасарыловку и торты, все, что, как говорится, все, что в печи, все на стол мети. Вот. И мы такие ходим с ребятами, а часть-то в лесу. Вот. Что будем доставать-то? Где? Что? Нигде не достать? Там ходили, бродили, нашли какие-то 9 карамелек для наших дембелей. За эти 9 карамелек, думаю, убьют нас вообще, просто там контузят. Вот. Ну, такие ходим. Я еще дневальным дежурно по роте заступил. Все ушли на построение вечернее. А я хожу по казарме и молюсь: Господи, старцы, отец Нафанаил, отец Иоанн, отец Андроник, помогите своей молитвой. Прямо вот так вот. Ну все, уже никакого вообще выхода и просвета никакого, негде помощи вообще тут брать. Хожу, аж слезы наворачиваются. И вдруг звонок прямо в казарму, прямо на этаж. Алло, да, Осташкин здесь, да, вот я. К вам приехали. А кто? Придите сюда, сами увидите. Я думаю, мама не может приехать, дом за 1000 верст. Такой, ладно, дежурному говорю, никому ничего не говорите, я говорю, сбегаю на КПП. Такой, по-быстрому туда иду, пока построение там всей части идет с другой стороны. Я такой, вижу издалека какой-то поп в рясе. Вот. Ничего себе, думаю. Вот. Мерещится, что ли, думаю. Прихожу, батюшка, что так долго там туда-сюда? Я на требы спешу туда-сюда. Говорит, ты что как долго? Вот, короче, с Печора позвонили, на тебе вот баула, говорит. Вот, а я поехал. Я кто с Печора позвонил? Че, как там, как... Потом выяснилось, конечно, это был архимандрит отец Филарет. Он позвонил архимандриту Калисту в Иркутск, чтобы какую-то передачку передали там мне в часть. А этот Калист благочинный передал там батюшке, уже звонил. То есть именно вот этот момент, именно вот в эти секунды, минуты даже, как говорится, там, он приехал, когда был. Я когда вышел, вынес эти два баула, посмотрел, что там все есть, то, что нам надо, о чем мы молились. И я прямо заплакал, такой, Господи, думаю, ты прям вот реально просто слышишь. Вот. И пошел на этаж, как этот такой волк-медведь такой. Я думаю, все сразу нельзя нести, думаю, в лес спрятался там с ребятами нашу в автопарке там. Вот. И такой прихожу на этаж, ребята все такие понылые, что как там это там тут. Я говорю, слушайте, Бог послал, говорю. Чего? И открывают эти табуретки наши, не табуретки, а эти шкафчики, вот, тумбочки. Я говорю, все, видите, все есть. Он говорит, как? Я говорю, старцы послали. Какие старцы? А вам, говорю, не понять. Такой говорю. Вот. И они просто для нас, это было, для меня это просто реально чудо Божие. И такое присутствие Божие, что Господь говорит, вот, говорит, я рядом, все, вот ты просил, вот только сам стремись, как говорит, душой и телом к спасению своей души. После армии уже, получается, было одно из послушаний ухаживать за старцами в лазарете. Вот. И мне вспоминается, конечно, такой старец, это схий архимандрит Паисий, вот, который прошел Великую Отечественную войну, гонение за веру, вот это исповедничество, можно сказать так. Их было вот ирдиакон Анатолий, который на фронте оторвало руку, потом отец Паисий, и третий был отец Иероним, который был киллером, архимандрит. Вот, они как три брата были. И вот за отцом Паисием я ухаживал уже, он принял схимничество, схиму. Вот, и такая была его келейница Валентина в монашестве монахини Марии, Юшкинская, они потому что в Юшково служили, отец Паисий, вот в деревне здесь, в Псковской области. Вот. И как-то я прихожу, читаю правила батюшки отцу Паисию, ухаживаю что-нибудь за ним там, приду такое, он мне, Георгий! Вот это лекарство вылей, оно такое противное, оно все равно мне не поможет, говорит. Вот.
Вот, я отсыпаюсь и говорю, хорошо, батюшка. И вот я втихаря от его теленицы выливал это лекарство. Вот, и он меня сильно за это благодарил, потому что оно такое горькое, противное, говорит, вообще, говорит, я, говорит, не переношу его, говорит, вообще, говорит, просто. Вот. И следующий еще старчик такой был, схимонах Иов, фамилия Малюков, он был родом с Сухуми, тоже участник Великой Отечественной войны. Вот. И с Сухуми он переехал сюда, в Печору сперва, потом в братья вступил. Был монах Михаил, а в схиме уже схимонах Иов. И вот он, когда лежал в лазарете, у него были, конечно, ноги больные. Там у него такие язвы были, которые гноились и кровоточили. И многие лекарства, которые ему не помогали. Но он такой был молитвенник, он такой сгорбленный еще был, качался все время, так как бы так, вот, как-то это ему помогало, что ли. Вот я, бывало, к нему тоже приду, правила начну читать, а сам спать хочу. Вот. Ну, молодежь такие, молодые. Он такой, так, Георгий, присядь. Я присяду, приляг. Теперь полчасика поспи, говорит такой. Вот. Я так потемарю, он потом меня разбудит. Ну, давай теперь читать, говорит, правила к святому причастию. Почитаю. Вот. И он все время жаловался мне, что вот, говорит, это такой, говорит, как прокаженные ноги у него такие больные. Вот, уже, говорит, тело как чешуя, говорит, видишь, старый, говорит, а ему уже 91 лет, говорит, и Господь все, говорит, меня не прибирает. Видно, говорит, грехов множество, и такое покаяние, прям плачет, прям, такой отец его был, он такой, я его называл, как дар слез у него был такой, вот, покаяние, а любви было к человечеству, конечно, такое, вот, именно с любовью относился, вот, с пониманием, с любовью, с снисходительностью такой, вот. И однажды я прихожу к нему, он прям плачет опять. Ну, думаю, опять ему больно, там вот эти язвочки. Я говорю, батюшка, ну что случилось? Что вы как-то так, не знаю, его утешать так тоже? Он говорит, нашел лекарство, нашел, говорит. Я говорю, какой, батюшка, кто-то прислал, говорю, или что там ему, потому что многие чада присылали тоже какие-то мази, лекарства. Вот. Он говорит, не, говорит, это ничего не помогает. Он как-то, видно, говорит, помолился, и вот, говорит, мне, говорит, на ум пришло. Он плачет и слезами начал помазывать раны свои. И они стали зарубцовываться у него. И он говорит, вот слезами покаяния, Господь, видно, говорит, этого и хочет от меня, чтобы слезами покаяния это все загладило, говорит. И это для меня это было, конечно, тоже такое сильное впечатление. Вот, тем более, как бы, я относился к нему трепетно, и как бы он ко мне с любовью так вот. И это, конечно, вот все, как бы, отлагал отпечаток такой духовный и такой назидательный остается до сих пор, вот, как пример такой. Вот, что касается вот именно то, что послушание в лазарете. Отца Ильяна я первый раз увидел еще на Синокосе в 2000-х годах, когда он приехал, вот, собирал травки там лекарственные, вот, на Синокос, купались тоже. И он когда майку снял, я обалдел, я увидел, короче, на спине у него храм Василия Блаженного вообще. Купола, короче, такие. Вот. Ну, у него в жизни были, что он за, по-моему, кражу сидел. Потом, конечно, на путь исправления встал. Кстати, он после отсидки, он попал в Туркмению, поехал, говорит, легкие свои подлечить. И там попал в храм. И какой-то там тоже старчик, батюшка, отправил его на остров Залит к отцу Николаю. Вот. И, говорит, я поехал к отцу Николаю на Залит. И вот, но отец Николай его встретил и сказал, говорит, ну, Георгий, он тогда был еще Георгием, а потом уже в монашество монах Ильян, у нас с тобой восьмиэтажный крест. А что это обозначает, восьмиэтажный крест? Я, говорит, так и не понял, говорит. Вот. Но потом отец Ильян, он трудился сварщиком, божий тварь, голубей держал там, всяких, особенно любил монахов, которые крутятся в воздухе такие. Вот. Это, говорит, монахи, говорит, крутятся в воздухе. Вот. И у него такой был случай, приехали к нему тоже какие-то там блатные, вот, совета, назидания, что ли, спросить ребята. Вот. И меня как раз мы на хоздворе разгружали сахарный песок. Я говорю, ну помогите, потом я говорю, вам покажу, там, где монах Ильян находится. Отец Ильян уже трудился на подсобке, он был сварщиком, голубей там кормил. Вот. И они нам помогли разгрузить сахарный песок и пошли. Я говорю, ну вот как раз идет, говорю, зерном голубей кормить. Вот, они говорят, этот щупленький, что ли? Это он? Да, я говорю, ну да. Ну, они пошли вперед, я такой что-то остановился, смотрю. Вот, и он такой им говорит, ну что, милейшие? Они раз на колени упали, короче. Отец, помоги спастись. Думаю, как блудные дети пришли к отцу.
И он с ними что-то там поговорил, по на их языке поговорил. И они как-то вот, я смотрю, потом на исповедь пришли, причащаться стали и периодически приезжали на паломничество сюда в обитель. Вот. Они воцерковились и укрепились. Вот. И вот это братья все время вспоминают, когда он говорит одним словом: «Ну что, милейшие?» У него голос такой еще был от сварки такой. Упали на колени, я еще сам удивился, такие бугаи упали на колени. «Отец, помоги спастись», говорит нам. Это то, что касается вот отца Ильяна. Конечно, он был такой, я бы сказал, у него тоже дар был слез. Он молился тайно, читал, когда приходил к нему в келью. Вот общались с ним. Он любил читать Исаака Сирина очень. Вот. Иногда приду, он такой заплаканный, он берет такой раствор, делал из очанки, якобы глаза там смазаны. На самом деле он был в слезах весь. Вот. Вот. То, что касается, конечно, отца Ильяна. Такой труженик был, молитвенник. Он как разбойник, действительно такой покаявшийся. Он все бросил, все прямо вот к Богу. И то, что меня поражало тоже, он с снисхождением тоже относился к людям, с любовью, чтобы как бы понять человека, вот, войти в его болезнь, историю, выслушать его, и дать, конечно, какой-то совет. Еще был такой случай, как это отца Иоанна Крестьянкина привели туда на подсобку, привезли. И отец Ильян показывал, что вот божьи твари, как летают белые монахи. Отец Иоанн, там даже там есть фотографии, когда он запускал голубей. Вот. И как-то бывало, ну что ястреб забивал голубей, ловил. Отец Ильян очень печалился. Вот. И однажды такое-то в таком возмущении говорит: «Господи, ну как же так? Ну, конечно, Боже, ты же создал и ястребов, голубей, ментов», говорит, такое, смеялись там братья такие. Он роптал, то, что ястреб съедал и голубей. Вот. Такой был отец Ильян. Ну, вот его пример, конечно. Вот братья, конечно, такие были, вот они, как отец Мефодий наш, ныне здравствующий, говорит, они, старцы, договорились, говорит, и ушли. И был такой случай в храме прям. Уже старенькие такие маститы, два архимандрита сидят. Вот. Отец Роман говорит отцу Иринею, отец Иринею был шахтером, вот, и он был благочинным. «Ну что, говорит Ириней, сейчас пойдешь домой, говорит, вот отеленница простила, тебе, наверное, картошечки уже нажарила, говорит, у тебя все готово, говорит, как на мази», говорит. Вот. Отец Ириней такой пару секунд смолчал. «Ну, что, отец Роман, скажешь, у вас фамилия какая, Жеребцов? Вот и пахай», говорит, такой вот, два старца такие. Это был юмор такой добрый, такой. Вот, они такой поулыбались. Но вот этот мне запомнился случай. Вот. Отца Романа, отца Ириней. Отец Ириней был благочином. Вот он, конечно, через него все братья переходили, потому что подрясник он давал как благочинный. «Ну что ты принял там решение в братью-то там?» «Да, ну вот, да». Вот, я помню, когда еще на каникулы здесь побыл, он мне тогда еще деньгами 100 рублей дал, когда у меня родители еще получали вместе обои там что-то 120 зарплата, а он мне сразу: «Ну, говорит, мы тебя ждем, отец Ириней». То есть тоже так воодушевлял, что как бы с такой любовью, что мы тебя... И, конечно, когда люди, когда тебя даже в гостях, и тебе скажут: «Мы вас ждем», любой человек еще придет и захочет прийти. Вот, отец Ириней, конечно, такой. И он мне рассказывал, у него случай, отец Ириней был в молодости, когда он был шахтером, были там где-то на глубине, добывали, говорит, уголь. И вдруг, говорит, мне, говорит, кто-то крикнул: «Виталий!» Он был в миру Виталий. Вот. И я, говорит, обернулся и увидел, что тележка с углем на рельсах прямо в меня летит. Я в это время, говорит, отскочил. Вот. И, говорит, эта тележка, ну, стукнулась об стену. Вот. Но меня бы, говорит, точно покалечило, говорит. Я говорю: «Отец, извини, откуда это был голос-то?» «Ну, не знаю», говорит, «но это, говорит, вот, или ангел-хранитель, наверное, скорее всего», говорит, я, говорит, услышал. «Виталий», я, говорит, обернулся, благодаря вот этому голосу, я, говорит, это бы, говорит, был калекой, говорит, точно, говорит. Вот отца Иринея была такая история. Ну, а вот совсем недавно у меня паломники приехали с Подмосковья тоже. Такой подводник Игорь, он трудится, ну, отслужил вот на Курске, подводная Курска, и вот, к сожалению, его потом друзья... Вот он сменился, а его друзья все в подводной лодке погибли. Вот. Но Господь сохранил, вот я думаю, что как бы молиться вот друг за друга. Вот он поминает этих воинов, моряков, подводников. Вот. И он приезжает как-то на работе, а он работает в мусорном цехе, где на свалке все и разбирает мусор. И как-то в цеху, говорит, подошла ко мне знакомая, ну, говорит: «Игорь, ты там в Скопечерский монастырь едешь, вот, говорит, хотела бы книгу «Не святые святые», говорит, у тебя есть?» Он мне говорит: «У меня была, говорит, я уже подарил», говорит, «слушай».
Вот. И так она как-то что-то расстроилась. Так, я читал об этой книге, что такая книга, говорит, такая замечательная. Вот. И вдруг, говорит, я вижу на мусоре, на этой ленте едет книга «Не святые святые», среди всего мусора барахла. И он говорит, я кричу, стоп, цех! Эта лента останавливается, он берет эту книгу «Не святые святые». Не помню уже имя, говорит, ты хотела, вот тебе Господь послал, говорит, дает. Она эту книгу очистила, все, омыла. И у меня, говорит, теперь Игорь, говорит, это настольная книга, говорит, вообще, говорит, такая, говорит, вообще. Это такое вот маленькое чудо с книгой, вот «Не святые святые», вот, которую я хотел рассказать. Перед постригом мы с иеромонахом отцом Прохом, брат мой по постригу, вот, мы вместе ползли на постриг в Сретенском храме. А было это зимой, в феврале. И когда мы в таких вот срочицах белых перед постригом стоим там в коридорчике храмом, храм закрыли, вот, и какая-то женщина в это время вышла перед постригом, а храм закрыли уже. И она оказалась, что на улице без одежды получается. Вот, ну, без верхней одежды, теплой. Вот. И когда началось первое объятие отча, вот, петь братья перед постригом, мы в это время сильнейшие удары начались в дверь прямо. «Откройте!» – кричит. «Я голая! Откройте!» Я аж задрожал этому Прохору, говорю, он тогда его звали Игорь. Я говорю, первое искушение от баб. Говорю, «Откройте!» – стучится прям такой. Я вообще просто там. И вот мы поползли дальше. Ну, конечно, потом, когда мы проползли, дверь храма открыли, она замерзла там, она зашла в храм, одела свое пальто, конечно, и присутствовала уже на постриге, как и другие молящиеся. Но это выглядело так, я думаю, вот реально первое какое-то вообще демонское искушение просто такое. Вот, с отцом Прохором мы тогда ползли на постриге. Вот. Потом три ночи, вернее, стояли тоже, со свечами надо было не спать. Конечно, так тяжеловато, но это, конечно, благодатно. Как вот таинство пострига, она, конечно, тоже меняет человека, как ты уже осознаешь, что принял монашеское постриг, как действительно таинство это совершать, таинственное, вот не можешь пересказать. Мне когда постригали, я не знаю, я прям как будто невидимо присутствовали архангелы и ангелы просто, как бы вот в храме, действительно, при постриге. Вот я думаю, что всегда так присутствует, потому что там в чине пострига говорится, что они, вот невидимо присутствуют и Богородица, и архангелы, и ангелы. Видишь, каковы ты обеты даешь. Поэтому это, конечно, действительно такое впечатление на всю жизнь остается. Вот. Что бы себе, конечно, пожелал бы я, если в молодом возрасте, конечно, как сохранить веру среди вот этого действительно сейчас современного бушующего мира, где тоже и страсти кипят. Но в то же время Господь-то промыслом своим спасением не оставляет человека. Молодежь наша очень, слава Богу, образованная, интересующаяся. Вот, много, конечно, потока информации, но в то же время нужно ее как бы не то, что фильтровать, там все это понятно. Вот. Избрать для себя как действительно идеалы ценности. А где они? Испокон веков это был, конечно, сам центр, это Христос, сам Бог. Вот. И на этом, конечно, основывать свою жизнь, хоть семейную, хоть монашескую. Потому что когда у тебя действительно вот ориентиры, заповеди вот эти есть, ты уже от чего-то, конечно, будешь как бы границы себе ставить. Но в то же время, как бы сейчас как не впадали бы, да, молодежь в искушение, в страсти, тоже, конечно, не отчаиваться ни в коем случае. Потому что некоторые начинают отчаиваться, вот, искать себе как бы утешение в другом, вот если такое как бы уныние начинается, то нужно ни в коем случае, чтобы Бог каждого грешника, любого покаявшегося, ждет в свои объятия, как блудного сына, отец. Вот. Поэтому ни в коем случае, конечно, не унывать и больше, конечно, общаться вот, в радости, в любви вот этой Христовой основывается, которая вокруг православной церкви, вот, других, конечно, там, таких культурных православных наших наследий, которые у нас много проектов, много вообще интересного и при церкви, и от государства проектов таких, где молодежь объединяется, и слава Богу, смотришь, и плоды такие радостные за молодежь. Ты, конечно, ликуешь и радуешься, слава Богу, что у нас молодежь тоже растет и воцерковляется. Много воскресных школ, много православных волонтеров, которые к нам приезжали, которые впервые узнавали, что такое, видели первый раз батюшку с такими глазами, вот, а потом приходили на исповедь уже осознанно. Первый раз, конечно, нужно было что-то помочь, подсказать, вот, но волонтеры особенно, конечно, они уезжали с таким ажиотажем, с такой радостью духовной, что действительно они с собой
увезли целый духовный багаж для себя, знания, ориентиров и открытий, как будто действительно у них, ну, открывался действительно именно духовный мир. Тем более Печерский монастырь, это монашество для них, это вообще как будто недоступная была стена, а тут они, братья, сами раскрылись и общались, и послушали здесь, и работы разные вели. Вот. Поэтому не отчаиваться ни в коем случае, я бы молодежно сказал, не унывать, вот, как Серафим Саровский топнул ногой и сказал, говорит, нет нам дороги унывать, за нас Христос распялся и воскрес.